сюда. Я с пещеры сбежал. Как тебе это удалось? Сам не знаю. Я просто пошел к выходу, а там никого нет. Пошел на улицу, там тоже никого нету. Вот я и сбежал. Слава богу, пошли. Я теперь боюсь, что за мной сюда сиреноголовый придет. Не бойся, он сюда никак не зайдет. Это он. Кто это? Тихо. Сиреноголовый. И что теперь делать? Не знаю. Как он вообще сюда мог зайти? Он же огромный. Он, наверное, может уменьшаться. Может быть. Он же как-то в пещеру заходит. По-моему, ушел. Сейчас пойду посмотрю. Вроде ушел. Нужно что-то делать. Он просто так от нас не отстанет. А что мы можем сделать? Он уже целый год нас преследует. Есть у меня одна идея. Какая? Там возле пещеры стоит большой камень. Нам надо дождаться, когда сиреноголовый зайдет в пещеру. Ну? И мы этим камнем закроем вход в пещеру. И все, он больше никогда не сможет выйти. Да, но это очень опасно. А что делать? Другого выхода я не вижу. А ты знаешь, что лес и пещеру охраняет Хаги-Ваги? Нет, никакого Хаги-Ваги я там не видел. Ты уверен? Конечно, я же только там был. Никакого Хаги-Ваги там не было. Тогда можно попробовать. Только надо взять в помощь с собой полицейского. Зачем? Он же предатель. Я уже так не думаю. Почему? Он недавно приходил и хотел мне что-то сказать, но я ему не открыла. И тогда он написал мне записку. И знаешь, что там было? Что? Он написал, что был в лесу и ставил там скрытые камеры. Но разглашать эту информацию вслух ему нельзя. Его прослушивают. Ничего себе! Поэтому он мне и врал. И ты ему веришь? Да, но это еще не все. А что еще? Когда я читала эту записку, в коридор ворвался человек в красном и выхватил у меня эту записку и ушел.
И что это значит? Да то, что этот человек в красном и есть предатель. Не знаю. Мне кажется, никому нельзя верить. Давай сами в лес пойдем. Ладно. Сейчас я пойду туда быстро оденусь. Пещеры. Нет, как бы я сбежал, если я сейчас с тобой разговариваю? Ничего не пойму. Ну-ка, подожди, ничего не говори. Ну ты собралась? Да. Еще одну минутку. Там сейчас в комнате сидит мой брат Захар. А ты кто? Нет, Ульяна, не верь ему. Там не я. Я тут, в пещере. Почему я должна тебе верить? Это кто? Это полицейский. Он не предатель. Ну что? Он там.